Каждый год в третий четверг ноября мир отмечает День отказа от курения. Для тех, кто при упоминании о вреде табака машет рукой, несколько фактов. Чтобы заставить россиян вести здоровый образ жизни, российское правительство приняло антитабачный закон. За одну сигарету, выкуренную в неположенном месте, нарушителю грозит штраф в несколько тысяч рублей. С пачек сигарет на курильщиков смотрят устрашающие картинки, предупреждающие о том, что случится с теми, кто табаком злоупотребляет. А сами сигареты за последние 3 года подорожали в 3 раза. Для тех, кто все еще продолжает курить, следующая информация специалистов. Из 150 миллионов ныне живущих россиян 20 миллионов убьет табак. 10% курильщиков заболевают и умирают от злокачественных опухолей. У курильщиков нарушается подача кислорода к сердцу, развивается сердечно-сосудистое заболевание. 95% тех, кому раньше не хватало силы воли бросить курить, находят их после инфаркта. Будьте здоровы!